Михаил Канаев – полицейский со стажем. Почти 30 лет он отдал защите прав граждан. Практически все свободное от службы время проводит в спортзале. Привлекают его не тренажеры или боевые искусства. Страсть Михаила – гиревой спорт, которым он начал заниматься еще в молодости. С марта этого года вышел на более профессиональный уровень. Поехал в Республику Беларусь. Там тоже было первенство республики, на Кубок Республики Беларусь. Там я также за отведенное время толкнул гирю. 20 килограмм за 30 минут 465 раз. Также стал там победителем. Страж порядка и раньше участвовал в соревнованиях по гиревому спорту, но тот был уровень региональный. Друзья-спортсмены посоветовали попробовать свои силы на более серьезных состязаниях. Недавно Михаил привез первое место с чемпионата мира по гиревому спорту, который проходил в той же Белоруссии. Сейчас там гиревой спорт уже популярный. Уже стало очень много народу заниматься, очень много приходит, занимается. Как вчера было вот в Москве, 23 числа были соревнования. В Москве тоже люди пришли, очень много было народу. Все приходят, всем нравится. Два основных упражнения на соревнованиях – рывок и толчок. Для того, чтобы показать хороший результат, нужны не столько крепкие мышцы, сколько правильная техника. Если обращаться с гирей грамотно, то за отведенное время можно поднять ее и 100, и 200, и даже 300 раз. Вот так стоим, вот так встаньте, вот так прямо гири возьмем, видите, вот так гири. Вот так вот делайте махи. И сильный мах наверх. Так. Опять так же пускаем. Опять. Все получилось. Только на соревнованиях допускается один мах. Не, два маха, один. Такие упражнения довольно просто получаются со стандартной гири в 16 килограммов. Если вес снаряда 24 или 32 кило, то без подготовки уже не обойтись. Впрочем, и это не самое сложное. В финале тренировки Михаил берет гантель весом почти полцентнера. Если техника верна, получается довольно легко. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.